Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаруна Дайам Гопи Джанна Самаюктам Бинда Ванам Манухарам Ванша калпатаруваша кепасинду бевач, патитананг павуне бхавишнави бхио намо намха, мукам кароти вачаланг пангунланг хайтигрим, ятки патамаханг ванде парама анандамадвам, бриндавай тулсиде бхай пиявай кесавасач. Шна бхакти паде деви сатто ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане кришна катоп деша Гаурия патрасша пракаса неча Садану ракта гуру бхакти жукта бхакти прамадакша жагод варанна дейям сада парибхавагнам авишто духам тетхас падам сива виринчанутам сараньям веттатихам панутапал бхавадипотам Банде Махапурушати Чаруна Аравиндам Ятпада Паллавана Качанда Маничатай Бисвуриджи Такимапикабодушвадарш Пурунану Рагара Сасагара Сарумурти Сарадика Майкада Кивам Караш Шри Кришна Чайтанна Прабхут Нитянанда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодату, Санкиртанай капитару камала аятачо. Вишам бару дижа бару жугадхар мупало банде жагат приякару каруна бхатар Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Намами Ганге Таба Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхабан Рупе На Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бхуши Табам Бхагам Нараяно Прияманага Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джушо Бадане Лакшмир Джасача Вакшаси Джасястихидай Самби Твам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare, Hare. Suta sapungsam suchira samasya, nanjo sasurir virtatho, tattat gunanu sabanam mukundo, Padaravinda Hidesh Jesam Sutas Sapungsam Suchiro Samasho Nanjo Sasuri Vrito Artho Tattat Gunano Sabanam Mukundo Padaravinda Hidesh Jesam Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Chokan Guru сказал, что go here and there with the basket on head of that absolute truth. Мы должны, погрузив абсолютную истину, погрузив, поместив абсолютную истину в корзину и погрузив ее на голову, ходить повсюду с этой абсолютной истиной и распространять ее. Crying in one corner of the world. Кто знает, может быть, в каком-то уголке света дживатма, какая-нибудь дживатма мечтает обрести абсолютную истину, познать абсолютную истину. И мы можем помочь ей выбраться из оков майи. Будучи преданными, наша единственная обязанность распространять абсолютную истину, помогая обусловленным дживам преодолеть океан майя. Говорится, что если мы не осознаем, что есть намабаджан, если мы не знаем о его славе, что бы мы ни делали, наши лекции, наша проповедь не даст никакого результата. Бхактивинода Тхакур говорит, что мы можем много говорить, говорить на публику, но если мы не способны по-настоящему прославить Намапрабху, наша проповедь не увенчается успехом. Люди погружены в майя, у каждого свой вид анабилаша, и они не способны глубоко принять харикатху. Когда вы будете что-то говорить им, то, что вы говорите, войдет в одно ухо и выйдет из другого. Харикатха необычайно важна. Когда она исходит из уст чистого преданного, то оказывает огромное впечатление, оставляет огромный отпечаток на сердцах обусловленных джив. Но что, если джива совершенно не хочет слушать харикатху? В таком случае она не сможет воспринять ее, понять, уловить. Бхактивинода Тхакур говорит, что прежде всего необходимо прославлять харинам при помощи воспевания святого имени, повторяя харинам. И благодаря этому наступит день, когда мы, наше сознание возвысится, постепенно оно будет возвышаться, и наступит день, когда мы сможем понять таттва сиддханту. Сегодня я начал с очень важной шлоки из третьей песни Шримад Бхагаватам.
Таттат гунану саванам мукунда падар винда хидеш джешам. Чутоса пунксам сучиросама свамин. If you are trying to learn Vedanta everything, you are for long time. You are trying to learn Vedanta, Upanishad, everything. Great if you are giving big energy. Если вы прикладываете много энергии, много сил, долгое время для того, чтобы изучить Таттва-Сиддханту, но так и не получаете результата, нужно задаться вопросом, для чего вы делаете это? Для чего вы так много вкладываете сил в изучение Таттва? Похоже, что вашей целью является доказать всем свою ученость, доказать всем, что вы настоящий пандит, а не желание понять по-настоящему глубоко Таттва-Сиддханту. Many incident I know, many, you know, there was one Vedanta Sabha, you know, all big Vedanta. Однажды проводилась большая Vedanta Sabha, где собралось много знатоков Сиддханты, ведантисты. Саньяси, Махараджи, пандиты, тысячи слушателей. Возглавлял собрание один знаменитый пандит. Каждому уделялось время. Каждому спикеру, и они давали свои комментарии на различные Веданта-сутры. Выступали пандиты из разных мест. On behalf of the temple, he was there in the stage, very important Maharaj, but he is not so educated. Там же присутствовал один возвышенный Махарадж, который совершал много служения, но при этом он был не особо образован. Однако был очень вежлив, почтителен ко всем. Everybody speaking, Maharaj, you are the convener, you are the main personality, и смиренен. Better you can speak something about Vedanta. He is shrugging his head, speaking, I have no idea. Все обратились к нему. Махарадж, уже все выступили, пожалуйста, вы. Скажите что-нибудь вы. Скажите, он возразил, я не образован, что я могу сказать, но они настаивали. Скажите что-нибудь, что вы слышали от своего духовного учителя. И тогда он зашел на сцену и начал повторять то, что слышал от своего гуру. Он начал говорить о Веданта Сутре. И присутствующие пандиты, профессора, махараджи были поражены, насколько глубокими были его комментарии. Educational quality is not so much. How you speaking so gravity, so deep philosophy of Vedanta? How it is possible? The one man. Их поразила его глубина познания. Глубина его познания. All Maharaj and the Pandit, they requesting him, they are putting one question in front of him. И когда Махарадж закончил, пандиты задали ему вопрос. Почему вы говорили, что вы не образованы? Вы говорите о Веданте,
настолько раскрываете такие глубокие значения, зачем вы назвали себя неграмотным, необразованным? И тогда этот Махарадж сказал: если вы не возражаете, я скажу одну правду. С каким настроением, он задал им вопрос, с каким настроением вы изучали Веданту? Для чего вы делали это? Большинство из них сказали: мы хотели стать знаменитыми ведантистами, крупными ведантистами. Ведь это очень престижное положение, почетное положение. Мы хотели стать хорошими ведантистами. А Махарадж, и Махарадж продолжал: моей целью не было стать ведантистом. Я лишь хотел удовлетворить своего Гурудева. Поэтому я постоянно молился Веданте: «О Веданта, даруй мне милость». А целью моей было служить моему духовному учителю, удовлетворить его. На примере этой истории ясно, как Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж, к примеру, мог давать глубочайшие комментарии на Шримад Бхагаватам, несмотря на отсутствие образования. Если Бхагаван доволен, удовлетворен, знание естественным образом приходит к ученику. В этой шлоке говорится: зачем вы прикладываете так много усилий, чтобы изучить Веданту? Лишь для того, чтобы прослыть знатоком Веданты. Но стоит ли это того? Если вы хотите обрести осознание, вы легко сможете сделать это благодаря служению гуру и вайшнавам. Возможно, вы будете говорить на санскрите, не на бенгале, но Сиддханта будет одна и та же. Итак, Шримад Бхагаватам советует нам не вкладывать так много энергии в пустое изучение шастр, в сухое изучение шастр, но служить гуру и вайшнавам, служить Бхагавану и благодаря служению мы достигнем тех же результатов. Вчера мы говорили о том, как Бхагаван сказал Удхава Махараджу: having knowledge about Shastra, I mean, you read Shastra. But if you have no direct feeling, Удава, даже если ты прочел все шастры, но так и не понял, что такое служение мне, не совершал служение мне, все твои познания шастр аннулируются, становятся бессмысленными. That's why Bhagavan told yesterday,
Поэтому вчера мы слышали, как Бхагаван сказал, что тот, кто, может быть, и выучил шастры, но никогда не служил мне, их знание таких людей бессмысленно. Шабда брахмани нишнато, нон ишнат паре яди, шрамаха стасо шамапала, хи адхину виво чаратаха. Чаратаха, мане, all become, go to drain, карата, useless. So, this was the Siddhanta Vichar of Bhagavan Sri Krishna in front of Uddha. Таковы наставления Бхагавана Шри Кришны Удаве. Даже если человек знает о шабда-брамане, но не служит, его знание нельзя назвать совершенным. Если человек знает о шабда-браме и в то же время имеет непосредственный опыт служения Бхагавану, Джива Госвами Пад проясняет этот момент. Двумя этими шлоками. Каков признак, симптом Гурудева? Он способен передать ученику свои осознания. Если этого не происходит, либо гуру не является подлинным, либо ученик. Если гуру осознал, как удовлетворить Бхагавана, он легко может передать это знание, осознание нам. Знание без осознания не имеет смысла. Итак, Джива Госвамипад говорит, что если вы приняли прибежище у гуру, который обладает лишь шабда-гьяной, то есть сухим знанием, он не сможет вам помочь, поскольку не сможет поделиться непосредственными осознаниями служения. И Джива Госвами Пад говорит, что нужно найти такого гуру, который и обладает непосредственным осознанием и в то же время может рассеять любые ваши сомнения. И порой встречаются ученики, которые на 100% верят своему учителю. Абсолютно искренне. Прабхупад никогда не думал, что его духовный учитель не образован. Оба они вечные спутники Господа. У Прабхупады не было никаких сомнений в своем духовном учителе. Но обычно люди хотят
разрешать проблемы, которые возникают в них в жизни. То есть у них появляется много различных вопросов. Мне поступает много вопросов, и необходимо давать на них совершенные ответы. Часто они начинают спорить, а если этот вопрошающий ученик переспорит вас, вы потерпите поражение, и таким образом не сможете развеять сомнения вопрошающего ученика. Обязанностью гуру является избавить ученика от сомнений, от невежества. Если вы не способны сделать это, у него будет много сомнений. И эти сомнения приведут к падению. У людей могли возникнуть сомнения в Гуру-Кшартас Бабджи Махараджи, потому что он не мог цитировать стихи из священных писаний, но, несмотря на это, он давал глубочайшие комментарии на них. Материалисты оскорбляли Прабхупаду тем, что с насмешкой спрашивали, где твой гуру, чем он занимается, насколько он образован, он может говорить Бхагават-катху. Но Прабхупад отвечал этим демоничным личностям. Мой гуру Падма, дом моего гуру Падма, вечное прибежище моего гуру Падма, это лотосные стопы Радхарани. Сейчас вы можете увидеть его на берегу Ганги, в Кулии. И у вас могут появиться сомнения в нем, потому что он, как вам кажется, не способен ответить на ваши вопросы. Но вы действительно думаете так? Хотя с внешней точки зрения кажется, может казаться, что он не образован. Но не сомневайтесь, без сомнения, во всех 14 мирах нет вопроса, на который не мог бы ответить мой духовный учитель. Нет такой проблемы, которую он не мог бы разрешить. Ведь если преданный познал Кришну, в его сердце проявлено все знание. Если вы не знаете Кришну, не будет и знания. Бхагаван Шри Кришна продолжает, если вы заботитесь о корове, но у нее нет теленка, она не способна давать молоко. И сухое знание шастр также бессмысленно, как
корова, которая не дает молока. Также вчера я говорила о Парамахамса Садхугуру Вайшнавах, которые совершают севу Бхагавана, полностью погрузившись в нее. У них нет времени смотреть по сторонам. Они не знают, что происходит в этом мире. Но мы настолько включены в этот мир, настолько погружены тем, что здесь, в то, что здесь происходит, что нам сложно отсоединить свой ум от возникающих в этом мире проблем, от происходящего. Материя текет по нашим венам. Все в нас материально, даже нервная система состоит из материи. Нет в нас Кришны. Кришна нам не интересен. If Bisha Avesh, induction of Bisha, always, how we can concentrate on the lotus feet? Если мы так сосредоточены на внешнем мире, как можно сфокусироваться на лотосных стопах Кришны? Как в момент? Потому что одновременно это невозможно. Либо мы сконцентрированы на материи, либо на Кришне. Bisha Shakti Chityanam Krishna Avesha Sudurataha. It is a question of, you know, fairy tale. You are concentrating in the lotus feet of Krishna. No, it is one kind of fairy tale. How possible? Можно притворяться, делать вид, что мы думаем о Кришне, но если мы сосредоточены на материи, это невозможно. Итак, чистым преданным совершенно неинтересно происходящее в материальном мире. Баньям кирам твам вибрият но дхираха. I am speaking now. Yesterday. Such talkings they are not. Вчера я объяснял эту шлоку. Such talkings, which is have no link with Krishna Bhajan, no link with Krishna Bhajan. Разговоры, которые совершенно не связаны с Кришна Бхаджаном, с лилами Господа, не интересуют чистых преданных. I can discuss tomorrow, I can show that how in 10th canto he has so many slokas are there. Завтра я покажу, насколько богата 10-я песня разнообразными шлоками, которые объясняют, что материалисты совершают суицид, самоубийство. По собственному желанию. Никто не толкает их на это. Своим пренебрежением Харикатхой, а Бхагаване, они сами толкают себя на смерть. Тот же, кто сосредоточен на бхаджане, чей ум стабилен, умиротворен. Погружены в харибаджан. Если мы пройдем по улицам здесь,
по улицам, мы увидим, как люди курят, сидят, целыми днями сидят и занимаются ерундой. То играют в карты, играют в настольные игры. Здесь, в Западной Бенгалии, повсюду можно наблюдать подобное. Бенгальцы очень, казалось бы, разумные, и именно поэтому они первыми пойдут в ад. Целыми днями они бездельничают, болтают, играют в карты. Когда я прохожу мимо них, думаю, с утра они делали то же самое, что и сейчас вечером. Все это влияние Кали. Кали настолько сильна, что проникает всюду. У нее есть доступ ко всему, даже к храмам. И вы очень легко можете войти в ее поток. Но если вы сосредоточены на Харикатхе, с вами не произойдет этого. Теперь Удава задает вопрос. Как можно постоянно быть погруженным в служение? Ведь ум настолько беспокоен, да, он может сосредоточиться на какое-то время, возможно, на полчаса, но потом он начнет блуждать повсюду. В ответ Бхагаван говорит то, что поможет нам успокоить свой ум, подчинить его себе. Вы должны сконцентрироваться на моей Харикатхе и Киртане, поскольку это самое главное. Необходима полная сосредоточенность. То же самое говорил Прохлад Махарадж. Великий преданный. Прохлад Махарадж — образец подражания для нас. Однако он говорит о себе очень смиренно. Мой глупый ум не хочет сконцентрироваться на служении твоим лотосным стопам. Я легко могу слушать Харикатху и совершать киртан, но мой ум не готов делать это. Он постоянно где-то блуждает. Я падший, я нищий. Я не способен вовлечь свой ум в служение тебе, не способен привести его к твоим лотосным стопам. Мой ум ужасно глуп. Единственный способ — слушать Харикатху и совершать киртан. Но мой ум не хочет делать этого. Прабхупад много раз говорил, что обусловленная душа никакими своими усилиями не сможет войти в контакт с трансцендентным миром. Это невозможно.
Единственный способ сделать это — слушать Харикатху. Но это возможно сделать лишь, если вы готовы принять помощь Апракрита Шабда Брахма. Без Апракрита Шабда Брахма вы не сможете по-настоящему совершать другие виды преданного служения. Если в тот момент, когда Гурудев дал вам мантры, дикша мантры, ваш ум отсутствовал, вы не были внимательны, не были сосредоточены, и к тому же не были полностью преданы гуру, вы не получите благо от дикши, это сказал Прабхупад. Таким образом, лишь при помощи Апракрита Шабда Брахмы мы сможем войти в контакт с трансцендентным миром. Никак иначе. Мои органы чувств стремятся наслаждаться и постоянно пинают меня. Я получаю пинки от моих грязных органов чувств. Они постоянно требуют «дай, дай, дай». Мы хотим наслаждаться прямо сейчас. Я получаю удары от всех этих врагов. Так как же я могу достигнуть твоих лотосных стоп? Говорит Прахлад Махарадж. Bhagavan suggesting that Shodhyalu. Shodhyalu means you have strong belief. Shuddhas of the Kahe, Shuddhira Vishas. What is the meaning of Shuddha? Что такое Шрадха? Это твердая вера. Твердая вера в Бхаджан, Кришне или Рамачандре. Мы поклоняемся Кришне, и благодаря этому сможем достичь совершенства. Кто-то поклоняется Рамачандре, и при помощи их поклонения они достигнут совершенства. Итак, Шрадха — это твердая вера в то, что если я буду служить Бхагавану, я обрету все. Часто люди думают, что если буду служить Бхагавану, то кто позаботится о моей семье? И мне часто задают вопросы. Ну хорошо, вы говорите постоянно совершать Харибаджан, но нам приходится ходить на работу. И что же нам делать? Как нам совершать Харибаджан? Когда нам что-то по-настоящему нужно, мы готовы обрести это любой ценой.
Когда мне это надо, я не думаю, как мне, насколько возможно это получить. Любые проблемы в достижении того, что нам необходимо, в обретении того, что нам необходимо, мы готовы преодолеть. Никакие препятствия нас не остановят. И в пример я сказал этим людям: вам нужно помнить о Бхагаване постоянно. Это и есть баджан. Но если вы не способны делать это, потому что чем-то заняты, если вы, допустим, готовите, но и при этом не можете помнить о Бхагаване, вы заняты своими мыслями. Так вот, если вы готовите, как служение, готовите для Бхагавана, но при этом думаете о чем-то своем, о материальном, не сосредоточенном на Господе, это не является Бхагавата-севой, это мирское служение. Почему наша Гуру-варга так подчеркивает необходимость совершения киртана? Шраваны и киртана. Потому что даже если вы не способны концентрироваться на Харикатхе, на Господе, во время киртана вы... так или иначе, будете воспевать вместе со всеми. Одна женщина в одной руке кормила, держала ребенка, а другой рукой что-то готовила. Пришел молочник, который встал. Пришел молочник, и она стала подсчитывать, сколько она ему должна, сколько он принес ей молока. И так она занималась сразу несколькими делами. Держала ребенка, готовила и разговаривала с молочником. So that she cannot cut her hand in the sharp weapon. She is cutting sabji. При этом она резала сабджи, и ей постоянно нужно было быть внимательной, иначе она могла бы порезаться. В нашем детстве мы видели, как наша мама очень-очень быстро могла нарезать сабджи. За секунду могла порезать целую картошку. Так как же это возможно, одновременно делать так много дел? Так вот, если вы ходите на работу, зарабатываете деньги для того, чтобы служить Бхагавану, как вы можете забыть о нем? Так вот, возможно все, если у вас есть желание. Ведь Гуру и Вайшнавы всегда наделяют нас силой, дают нам силу, чтобы исполнить наши благие намерения. Джаджавар Госвами Махарадж был последним саньяси Прабхупады, и однажды он сказал ему: отправляйся туда-то, там будет большое собрание, и ты должен будешь представлять Гаудия Матх. Когда Джаджавар Махараш услышал об этом, он начал плакать. Я не образован, то есть я в сравнении с теми, кто будет там, абсолютно не образован. Как я буду выступать там? Когда Прабхупада услышал об этом, он сказал: о чем ты плачешь?
Ты должен ехать. Я не передумаю, я не изменю свое решение. Что толку плакать? Ты должен поехать. И тогда Джаджавар Махарадж предложил поклоны Прабхупаде и поехал. Поехал выступать в огромнейшем собрании пандитов. Он считал себя совершенно никчемным по сравнению с ними. Он был единственным представителем Гаудия Матха. И собравшиеся обратились к нему: мы хотим послушать от вас о учении Чайтанья Махапрабху. Джаджавар Госвами Махарадж начал свою речь с молитвы, вознесенной Прабхупаду. Несмотря на то, что Прабхупад только послал Махараджа, а сам не поехал, он присутствовал там, присутствовал в собрании. Таков Прабхупад. Несмотря на то, что внешне он сказал, ты должен ехать, на самом деле он поехал с ним. Не в грубой форме, но в тонкой. И Харикатха Шрила Джаджавар Госвами Махараджа в тот день была настолько превосходна, что все начали бурно аплодировать и кричать ему: саду, 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 замечательно, превосходно. А Джаджавар Махарадж редко проповедовал, публично выступал. Он не был выдающимся спикером. Так как же возможно это было? При помощи, по милости Прабхупады. Могут ли деревянные тапочки, может ли обувь ходить сама по себе? Нет. Но если Гурупад Падма оденет эту обувь, то она может пойти куда угодно, достигнуть какого угодно места. Так вот, мы являемся туфлями нашего гуру. И по его милости мы сможем достичь все, что угодно. Genuine bhakti, I can never feel any dissatisfaction, never, nowhere. Если я обрету настоящее бхакти, я никогда не буду испытывать неудовлетворенности, что бы ни происходило в моей жизни. Придется ли мне голодать, придется ли мне тяжело работать, тяжело добывать пропитание. Я всегда буду счастлив. Иногда управляющий говорил: Махарадж, у нас все заканчивается. Как скоро картика, нужно прийти много преданных. Но Бхагаван обеспечивает всем необходимым. Наступает момент, когда приходит все, что нужно. Шрила Пури Госвами Махараджа сказали, у нас абсолютно нет в Матхе. Нет, это был не Шрила Пури Махарадж.
одного ученика Шрилы Прабхупады спросили, Джаджавра Госвами Махараджа спросили, ученики, у нас совершенно нечего готовить, что нам теперь делать? Он сказал, не беспокойтесь ни о чем, садитесь и совершайте киртан, закрывайте храм и воспевайте святые имена. Неожиданно постучали в дверь. И тот, кто открыл дверь, Брамачари увидел перед собой целую гору продуктов. Кто-то пожертвовал все это храму. Точно так же было с моим Гуру Махараджем. Когда был... Когда в храме Ананта Васудева был большой праздник, за день до этого Бхактиген Бхарати Госвами Махарадж прибыл в место проведения фестиваля и обнаружил, что нет абсолютно никаких продуктов для пира, никаких приготовлений. Он обратился к Шриле Пури Госвами Махараджу, но он не придал этому большого значения, просто воспел Харинам. Итак, всего за несколько часов преданные принесли огромное количество продуктов, столько, что было более чем достаточно. It is our request. Don't invite anybody particular this way because big feminine. All in. No rice, no dal, chapati, nothing. Madhav Goswami Maharaj, previous day, когда в Индии after Harikatha is over, был голод. Управляющий Мадхам сказал, пожалуйста, сегодня не приглашайте сейчас на Джанмаштами, не приглашайте на пир людей, потому что совершенно нет ничего, нет продуктов. Когда Шрила Мадхава Госвами Махарадж закончил Харикатху, он в рупор объявил, завтра будет состояться огромный пир, приходите все. Севаки схватились за голову. Мы же попросили вас, Гурудев. Что же теперь будет? В 12:30 ночи один преданный из Панджаба постучал в дверь, сказал, я приехал с Панджаба, он привез огромное количество продуктов, столько риса, ги, овощей, там было более чем достаточно, хватило бы на целых 2 года. А люди переживают, что, из чего мы приготовим пир, как все пройдет. Но Бхагаван устроит все. Мы не должны зависеть ни от кого, кроме Бхагавана. Если я совершаю настоящую Бхагавата Севу, если я не лицемерю, Бхагаван все устроит. Устроит благополучнейшим образом. Так Шрадха — это твердая вера в слова Гуру и Вайшнавов. Харикатха обо мне и киртан, говорит Бхагаван, может очистить весь мир. Когда преданный воспевает Харикатху и киртан, все повсюду очищается. Даже насекомые, комары, ящерицы, соприкасаясь со звуком, с трансцендентным звуком, очищаются.
Когда чистый преданный танцует, очищается земля. Когда он воздевает руки к небу, очищаются райские планеты. Когда Шрила Бхакти Баба Тиртха Госвами Махарадж поднимал свои руки к небу, очищались райские планеты. Когда он пел Харибол, об этом сказано в шастрах, но люди несерьезно относились к этому. Моя Харикатха очистит все 14 миров. Когда Махапрабху произносил Харибол, святые имена, вибрации от них разносились по всему миру. Но по своему невежеству мы не способны видеть этих трансцендентных вибраций. Harikatha is Harikatha. Be careful. Harikatha is Harikatha. That is called Harikatha. When Harikatha, it can be taken into some divine world. Это то, что способно унести нас в трансцендентный мир. Благодаря Харикатхе мы можем наблюдать трансцендентный мир воочию. Мы можем почувствовать, что происходит в трансцендентном мире. Но такой эффект способен произвести только Харикатха из уст чистого преданного. И никак не из уст материальных спикеров. They are actually show bottle. Show bottle, no? Show bottle, you know? In the Ayurvedic shop. Иногда Прабхупад называл таких материальных спикеров пустыми бутыльками для лекарства. Точнее, они наполнены, но наполнены водой, поскольку стоят на витрине. Просто подкрашенная вода для того, чтобы покупатели могли выбрать, что им надо. Может показаться, что это лекарство, но на самом деле это просто подкрашенная вода. Такие спикеры могут выглядеть очень представительно. Ну, Прабхупад говорил о них, что их Харикатха не принесет никакого блага.
Но в действительности они также играют свою роль. К примеру, эти бутыльки с подкрашенной водой на витрине привлекают покупателей, и благодаря им они могут определиться, что им нужно. И точно так же такие спикеры привлекают людей к саду. Благодаря им они узнают о саду и получают возможность услышать настоящую харикатху. Слушая трансцендентную харикатху из уст Гуру Махараджа, если, к примеру, он рассказывает о путане или о балалиле, мы можем сами перенести, можем перенестись в трансцендентный мир и наблюдать за этой лилой. Если этого не происходит, то такое слушание бесполезно. Преданные могут концентрироваться на моих лилах и благодаря этому обрести высшее благо. Для чего мы слушаем харикатху и совершаем киртан? Потому что они позволяют нам погрузиться в лилы Господа. Удава, я Санатан Пуруш, я существую вечно. Приняв прибежище чистого преданного, который совершает, который все, что бы он ни делал, посвящает мне, делает ради меня. К примеру, если я говорю харикатху для того, чтобы удовлетворить Бхагавана, это и есть бхакти. Если для того, чтобы снискать славу, это служением не считается. Я Санатан. И как же ты можешь обрести бхакти моим лотосным стопам? Процесс таков, что ты можешь делать это при помощи ты можешь обрести это, совершая совершенно любую деятельность, но посвящая ее плоды мне. Именно так ты сможешь обрести бхакти к моим лотосным стопам. Мадхурья Кадамбини говорится, что когда люди строят колодец для общественных нужд, они это целый процесс. It is not direct bhakti, cannot gain.
Something. But actual bhakti, this way you cannot get. It is written. If somebody doing this, that, okay, it is written, it is it can give you bhakti, but not directly. Если преданный до конца не искренен в своем служении, да, он может получить какую-то степень, в какой-то степени бхакти. Но лишь если вы делаете, то есть лишь если вы осуществляете служение под руководством Бхакти Деви, вы легко сможете получить Бхакти в полной степени. Если вы не будете до конца искренни, вы сможете получить карма мишра бхакти. Но не чистая бхакти. This way you can develop bhakti unto my lotus feet. You can develop. I have given donation, so I cannot get bhakti. Oh, so many judgment here. Когда мы думаем, о, я же столько пожертвовал, что я за это бхакти не получу. На самом деле, очень важно, с каким настроением вы делаете пожертвования, кому вы делаете пожертвования. А мы самоуверенно думаем, что если мы пожертвовали, то обязательно обретем бхакти. Но Бхагаван говорит, что если вы совершаете пожертвование в настроении страсти, в раджагуне, и несовершенной личности, да, ваше пожертвование даст какой-то результат, но он не будет совершенным, высшим. Часто люди дают пожертвования, сами не зная кому. Люди притворяются саду, одеваются в одежды саду и просят пожертвования. Такие пожертвования не дадут полных результатов от настоящего пожертвования. Так вот, никакая социальная деятельность, благотворительность не приведет к бхакти. Как же мы можем определить, отличить чистое бхакти от нечистого? Бхагаван говорит, что если вы встретите преданного, который постоянно сконцентрирован на мне, помнит обо мне, он точно обладает чистым бхакти. И такое бхакти очень редко. Редко, но его можно встретить. И обрести такое бхакти возможно лишь общаясь с чистым преданным. А чистое бхакти не что иное, как постоянное памятование Господа. И его можно достигнуть лишь общаясь с настоящим саду. И нет другого пути. Если я буду служить Прабхупаде, все наши гуру варги, Шри Шридхару Госвами Махараджа, постоянное памятование о Бхагаване постепенно разовьется во мне. Это обязательно произойдет. Как Шукадев Госвами смог на протяжении 7 дней и 7 ночей безостановочно говорить Харикатху.
Разве мы смогли бы так? Мы бы почувствовали усталость, захотели бы спать, пить, есть. Итак, постоянное сосредоточение на харикатхе возможно лишь по милости саду, который сам постоянно находится в полной концентрации внимания на Господе. Сатсанго лабдхая бхакта мои манша упасита савай ме даршитам садбхир анджаса биндате падам. What speaking? Сатсанго лабдхая бхакта. The kind of devotion and mood you are developing by satsanga. Satsanga. In the name of satsanga, if you are going for asatsanga, настроение преданности можно обрести при помощи сатсанги. Все зависит от сатсанги. Все зависит от нашего общения. Если в Нагара Санкиртане не принимает участие хотя бы один саду, она бессмысленна. Когда Шрила Бхактивелла Тиртха Госвами Махарадж проводит санкиртану, она имеет значение. Если нет такого сада, даже когда Шрила Махарадж плохо себя чувствовал, он выходил из своего баджан-кутира, а преданные должны были идти на парикраму. Несмотря на то, что он плохо себя чувствовал, он выходил из своей комнаты, одевал гирлянду на божеств. И один Махарадж закричал на Шрилу Махараджа: «Почему вы здесь? Вы же больны. Вы немедленно возвращайтесь в свою комнату». Этот Махарадж уже давно пал. Махарадж ничего не ответил. Он вышел для того, чтобы прочесть Джайадхвани, для того, чтобы умастить божеств чанданом, для того, чтобы украсить божеств гирляндой. Знаете, что произошло потом? Каждый знает. Когда этот Махарадж так оскорбил Шрилу Махараджа, начался шторм, парикрама разделилась, и между преданным и между преданными в парикраме и полицейским началась ссора. И кто-то из преданных бросил камнем в лицо полицейского, лишь благодаря тому, что среди преданных в парикраме был полицейский в отставке, он смог как-то уладить ситуацию. Так вот, какой смысл в такой парикраме? Да, все кричали и пели харибол, но какой смысл, когда среди преданных нет? Чистого преданного. Того, кто может произнести апракрита шабда браман, как это делает Шрила Бхактивелла Тиртха Госвами Махарадж. Таким образом, и Бхактивинод Такур говорит об этом. Если нет чистого преданного, если чистый преданный не принимает участие в санкиртане, она не имеет значения. Ее плоды могут быть материальными. Так вот, какой смысл, когда идет группа преданных, кричит «Харибол, Харибол», и звук, который исходит с их уст, материален. Окружающие слышат этот материальный звук, и из-за этого их сознание еще больше
обуславливается. Мой материальный ум выражается в материальном звуке, хоть я и произношу святые имена. А те, кто слышат это, еще больше обуславливается. Так вот, такая нагара санкиртана, о такой нагара санкиртане Махапрабху никогда не говорил. Он не говорил о нагара санкиртане материалистов. Также он никогда не говорил открывать храмы. Никогда не говорил, никогда не думал, что материалисты будут открывать храмы. Мы можем спорить на эту тему, спорить с гуру и вайшнавами. Я прошу тех, кто не согласен с абсолютной истиной, находиться на расстоянии, не приходить. Вы можете слушать в интернете эти лекции, слушать харикатху в интернете или отвергнуть ее, но я не прекращу говорить. Такую харикатху апракрита шабда браман мало кто может принять. Я никогда никого не приглашал. Те, кто удачливы, приходят и слушают. Меня даже иногда спрашивают некоторые саньяси, могу ли я прийти. И я говорю, не стоит приходить, слушайте по интернету, потому что я не смогу выразить вам должного почтения. Так вот, постоянное памятование о Господе возможно развить лишь благодаря общению с чистым преданным. Много преданных благодаря общению с чистым преданным достигли моих лотосных стоп, говорит Кришна. Итак, мы должны Бхагаван дает наставление Удаве, но на самом деле эти наставления предназначаются для нас, поскольку Удава его вечный спутник и задает эти вопросы лишь ради нашего блага. Благодаря этим вопросам Бхагаван объясняет, как мы сможем достигнуть его лотосных стоп, как мы можем обрести высшее бхакти, как мы можем обрести бхакти, которым обладает Браджаваси. Многие не готовы принять бхакти Браджаваси, высшее бхакти. К примеру, люди из Южной Индии до сих пор не могут понять значимость, высшее положение Браджа Бхакти. Для них более практично поклонение
Лакшми Нарайане. In our childhood, we already read that charity begins at home. In our childhood, we read. From a very small one, we know. Charity begins at home, charity begins at home. We remember. We'll have to write in the paper. Но последователи этой сампрадая предпочитают проповедь за рубежом и уделяют мало внимания проповеди в собственных храмах. Но еще с детства мы знаем, что благотворительность начинается с собственного дома. То есть, прежде всего, мы должны быть добры по отношению к членам своей семьи. А уже затем помогать окружающим. Я знаю, что у вас есть деньги, но на самом деле вы лишены высшего богатства. Вы думаете, что являетесь умными людьми, но очевидно, что вы глупцы из глупцов. Какое благо вы получите при помощи материального образования? Да, у вас есть деньги, вы можете купить книги на базаре, но осознание из этих книг вы извлечь не сможете. Завтра мы будем говорить о том, какие наставления Бхагаван дает Удаве, как можно узнать саду, как можно получить его общение. So, sutasya pungsham suchira samasyo nanjosa surir virita atto tattad gunanu savanam mukundo padarabindha hidayesu jesham vanchakalpaturusike basindu vivacho patitanang pavane bhavashna vyo namo dukita. Dukita. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol. Nitai Gaur Premanande Hari Hari.